Ульяновске стала известна дата избрания главы областного центра. Это 7 апреля. Такое решение сегодня приняли депутаты городской думы. Напомним, глава исполнительной власти в региональной столице определяется в ходе конкурсных процедур. Сегодня стали известны их подробности. Место проведения конкурса – здание администрации города Ульяновска, Кузнецова, 7, аудитория 210. Время начала конкурса – 13 часов ровно. Время местное. Место приема документов для участия в конкурсе комиссии по проведению конкурса – здание администрации города, Кузнецова, 7, кабинет номер 224. Документы принимаются с 14 по 29 марта, с 13 до 17 в будни и выходные с 12 до 15 часов. Конкурсные бумаги также можно выслать по почте. Адрес: Ульяновск, улица Кузнецова, 7, городская дума. Депутаты дали зеленый свет формированию конкурсной комиссии. Она из 10 человек. Пятерых членов предложил губернатор, остальных делегируют городские депутаты. Предлагается депутатам Ульяновской городской думы внести председателю предложение по кандидатурам для назначения Ульяновской городской думы 5 членов конкурсной комиссии в срок до 2 марта 2023 года включительно. Напомним, выборы нового главы Ульяновска инициировала отставка предыдущего градоначальника. Дмитрий Вавилин покинул должностное кресло 1 декабря прошлого года.